Поэтому выше с ворожа полетело. И опять на дальнюю. Там опять Хафизов. И на сей раз, конечно, Серебряков. Серебряков успел среагировать на этот пас. Так, мы видим, что Серебряков на льду оказался. Ты просто устал. Мне кажется, заранее Серебряков начал уже перемещаться в сторону Тимура Хафизова. То есть, сейчас на повторе, я думаю, мы увидим этот момент еще раз. Порядин шайбу контролировал, но на бросок Павел явно не был нацелен. Вот здесь Хайрулин делал передачу, Порядин, мягкая подкидка. И вот еще до того, как шайба пошла на Тимура Хафизова, Серебряков начал перемещаться в сторону 87-го номера. И как раз в момент броска уже находился перед шайбой.